Многие спрашивают, как мне удается оставаться в такой хорошей физической форме, если я все время в пути. Сейчас я вам покажу мой специфический вагонный фитнес. Итак. Так, не так. Это что-то новое. Дорогие друзья, подтягивание в поезде. Ну, я потом это зациклю, типа я много раз делал. И, конечно же, пресс. Чуть-чуть. Давайте проветрим.